По доброй традиции итоги уборочной кампании подводят на областном фестивале ярмарки тружеников села Дожинки. На этот раз принимать главный аграрный праздник региона выпала честь Ельскому району. Планируется, что торжества по случаю чествования хлеборобов пройдут 13 ноября. Конечно, хозяевам предстоит немало хлопот. К назначенной дате необходимо привести в полный порядок районный центр и все сельские советы. Однако это приятные трудности, потому что строишь и ремонтируешь в первую очередь для себя. Для района это значит, что мы больше благоустроим свой город. А вы же сами знаете, если благоустройство сделано нормально, то и, соответственно, настроение у людей совсем другое. И совсем другой тогда труд и отношение к труду. И, конечно, если хорошо трудиться, это, конечно, хорошие показатели. В Ельск наша съемочная бригада прибыла к середине октября. Столица областных дожинок 2015 встретила замечательной осенней погодой. Сам город уже был практически готов к проведению праздника аграриев. Благоустроенные скверы и здания, отремонтированные фасады объектов питания и торговли, чистые аллеи и дороги. Гостей ожидает совершенно новый Ельск, обновленный и более ухоженный. Незавершенным пока остается только благоустройство двух улиц – Рабочей и Гагарина. На этом участке сконцентрированы все возможные силы, чтобы как можно раньше завершить намеченные работы. Установка бородинтового камня производим. Ну, в последующем будет производиться укладка асфальтобетонной смеси. Сроки по бортовому камню где-то мы должны закончить числа 26-го. Ну и дальше укладка. Думаю, тоже в течение 3-4 дней. Расширяется улица Гагарина, будет шириной 8 метров, а Рабочая улица будет шириной 7 метров. Свой неоценимый вклад вносят и жители районного центра. Кто-то помогает убирать территорию возле своих предприятий и организаций, кто-то облагораживает придомовую территорию. Все прекрасно понимают, что от вклада каждого зависит окончательный результат. И от того, насколько слаженно сработает этот единый механизм, будет зависеть, какой перед гостями предстанет столица праздника хлеборобов Гомельщины. Я очень рада всем изменениям в городе. Город благоустраивается, дома становятся ярче, улицы. Приятно идти по улице. Чистой, красивой, и хотелось бы, чтобы это все сохранилось в будущем и город процветал. Областные дожинки 2015 пройдут в Ельском городском доме культуры. Сейчас сотрудники учреждения завершают работу над сценарием праздничной программы. Гостей ожидает немало интересного. Помимо чествования передовиков и концерта, на главной площадке у дома культуры они смогут увидеть выставку сельскохозяйственной техники, сельские подворья на различную тематику. Также здесь разместятся торговые ряды, всевозможные выставки, пройдут развлекательные и спортивные конкурсы. Мы сегодня готовы показать труженикам села нашей области свои лучшие коллективы, свои лучшие подворья, своих лучших участников самодеятельности. Я думаю, что труженики села нашей области будут рады тому, что покажут работник культуры нашего района им и уедут с Ельска с хорошим настроением. Работы по благоустройству города начались с ранней весны. Результат налицо. Ельск изменился до неузнаваемости. Он не только станет достойной площадкой для проведения областного фестиваля ярмарки тружеников села Дожинки 2015, но и будет долгие годы радовать своих жителей. Тем временем в Житковичах прошли празднования, поводом для которых стали сразу два события. Местные жители отмечали День города, а также чествовали работников сельского хозяйства на районных дожинках. На главной площади многолюдно, ярко и шумно. Житковичам 515 лет. Отсчет ведется от первого упоминания в летописи. По меркам истории возраст совсем юный, однако достаточный для формирования самобытной культуры, фольклора и традиций Полесья. Его жителям в этот праздничный день не стыдно и за трудовые будни. В тяжелый засушливый год сельчане достигли неплохих результатов. Урожай более 40 тысяч тонн зерна, завершен сев озимых, растет реализация молока. Люди работали практически на износ, но есть результаты. Сегодня не зря, что мы чествуем здесь механизаторов наших, руководителей, специалистов. И есть за что просто сказать людям спасибо. И, конечно, я хочу поблагодарить нашего
губернатора уважаемого Владимира Андреевича. Регион живет нормальной жизнью. Больших проблем в регионе нет. Это самое главное. Ремесленники представили свое творчество в галерее под открытым небом. Многие из их работ – настоящие произведения искусства. Не с пустыми руками приехали на праздник и жители деревень. Столы ломились от продукции под лучшим для торговли брендом. Все натуральное – свое. Добрый день, ваши любимые! Вас приглашаем! Мало что, бедоворожко! Вас не угощаем! Кстати, вклад в праздник внесли все вместе. Хорошеет и город-именинник. Конечно, город изменился очень хорошо, потому что у нас много новостроек. Сам город преобразился, площадь наша преобразилась. Новая библиотека у нас появилась, гостиница новая. Это все, конечно, отразилось на нашем городе. Праздник очень хороший. В этом году постарались на славу. Для детей много развлечений и для взрослых. Поэтому все очень хорошо. Главной изюминкой районных дожинок стал, безусловно, конкурс подворий. На каждый из них заманивали ароматом ухи, которая варилась на костре, и множеством других блюд. Встречали же в лучших традициях белорусских деревень – частушками под гармошку. О том, что праздник удался, говорили не только местные жители, но и гости издалека. Среди тех, кто посетил День города, была делегация из Фатерского района Курской области, побратима Житковичского района. Побратимские связи у нас установлены очень давно. И, по сути дела, мы сюда уже приезжаем как свои люди. Все нам здесь знакомо, все привычно. От имени района побратима я хочу поздравить всех житковчан с днем рождения города, пожелать счастья им, ихним семьям, родным, близким, знакомым, пожелать дальнейшего процветания вашему городу. По итогам нынешней уборочной страды общий намолот колосовых культур составил чуть более 970 тысяч тонн. Миллионный рубеж по зерну удалось преодолеть только благодаря кукурузе. Ее собрали более 60 тысяч тонн. 2015 год выдался крайне тяжелым для аграрного комплекса области. Это связано с продолжительной засухой на полях, которая повредила посевы во многих районах. По предварительным подсчетам, хозяйства региона собрали на 350 тысяч тонн зерна меньше, чем в прошлом году. В открытом акционерном обществе Тихиничи Рогачевского района валовый сбор зерна в три раза меньше прошлогоднего – всего 5 тысяч тонн. Неблагоприятные погодные условия повлияли и на снижение средней урожайности – с 50 до 26 центнеров с гектара. Тем не менее, в хозяйстве с оптимизмом смотрят в будущее. Своевременно заготовили корма, что позволит полностью обеспечить потребности животноводства. На сегодняшний день валовое производство молока по хозяйству составляет это 66 тонн. В день мы ежедневно реализуем 60 тонн молока на молокоперерабатывающий завод. Молоко все сдаем 100% сорта «Экстра». Молоко покудово в отрасли животноводства, но рентабельно. Рентабельно составляет у нас 25%. И в целом, если сказать по хозяйству, то отрасль животноводства дает 72-78%. Это структура выручки в целом хозяйства. Небесная канцелярия не пощадила и северо-западные регионы области. В открытом акционерном обществе Бумашково Агро Октябрьского района намолот зерна составил всего 2300 тонн при средней урожайности 30 центнеров с гектара. Не удалось компенсировать потери и за счет кукурузы. Планировалось, да, кукуруза на зерно, но так как вот не урожайная, урожайность кукурузы на зерно было мало, решили ложить на корма. По кормам, в принципе, я считаю, для этого года мы заготовили довольно так нормально. 28 центнеров кормовых единиц на условную голову, что нам достаточно до следующего лета. Однако говорят, что цифры могли быть еще меньше, если бы не самоотверженность механизаторов, которому в буквальном смысле приходилось бороться за урожай. В хозяйстве говорят, что когда погода не благоприятствует, как никогда важно неравнодушное отношение каждого работника к общему делу. Среди главных задач на будущее – продолжить наращивать объемы реализации молока, который на данный момент ежемесячно приносит хозяйству почти 1,5 миллиарда рублей. Плюс необходимо подготовить поля к севу яровых культур. К слову, их количество в Бумашково Агро постоянно увеличивается за счет сноса ветхого жилья в Любанском сельсовете. Новые земли – хорошее подспорье для увеличения будущего урожая.
земли, которые освободились, были переданы севооборот Бумажкова Агро. Мы с ними очень тесно сотрудничаем. Все, что сносится и рекультивируется, вводится в севооборот. И в прошлом году, в 2014, было передано 44 гектара. В этом году мы планируем передать около 40 гектаров земель. Главная цель работы по благоустройству – найти хозяина каждого квадратного метра неиспользуемой земли, чтобы в будущем она приносила экономическую прибыль. В деревне Половки Млынокского сельсовета на данный момент проживает всего 14 человек. Осталось много заброшенных зданий, однако ситуацию, которая наблюдалась в прошлом году, быстро исправили. Активная работа продолжается сегодня и в остальных деревнях. За этот год снесено 13 домовладений, 57 гектаров передано в сельхозоборот и 13 в лесной фонд. Однако пока работа полностью не завершена. К тому же нередко возникают и проблемы с собственниками пустующего жилья. И связаны они не с тем, что владельцы отказываются расставаться со своим имуществом. Зачастую длительное время требуется для поиска хозяев, а без разрешения невозможно начать работу по сносу непригодного для жизни дома. Это немножко трудновато, особенно в тех маленьких деревнях, в которых уже нет постоянных местных жителей, и возникает немного вопросов. Но мы стараемся все равно разыскать наследников. Когда они приезжают, мы их вызываем, естественно, к себе. Когда они приезжают и видят состояние этих домовладений, у нас вопросов не возникало. То есть ни скандальных вопросов, ничего поэтому у нас не было. Работа по наведению порядка на земле в городе и сельской местности системная. И для отладки механизма руководителям района понадобился не один год. Для того, чтобы детально ознакомиться со всеми аспектами, участникам заседания предлагается обзорная экскурсия по сельским советам, на территории которых сегодня уже трудно найти неубранные дворы, кустарниковую растительность либо пустующие земли. Все необходимые работы выполняются вовремя. Свой вклад вносят и сельчане. Если раньше люди считали, что все работы обязаны выполнять сельсоветы, то сегодня отношение кардинально поменялось. Местные жители не только соревнуются с соседями за право называть свой участок самым красивым, но и благоустраивают территории различных учреждений. Люди как-то поддерживают это, вот начинаешь что-то делать, ну, идут со своими предложениями. То есть заборы все у нас выкрашены, поставлены, люди обращаются к нам в помощи, мы всегда оказываем. Если вот одиноко проживающие, если они сами не могут навести порядок у себя при домовладениях, естественно, сельский совет помогает в этом. На территории сельсовета можно найти не одно образцово-благоустроенное подворье. Таким образом, люди подталкивают друг друга постоянно следить за порядком. А местные власти даже решили хозяев лучших подворий стимулировать материально. Каждый год у нас подводится конкурс на лучшее подворье. И лучших хозяев премируют. Сельский совет вручает подарки, когда проводится праздник деревни. И с каждым годом люди стараются все больше благоустраивать свои усадьбы, свои дома, даже на улицах высаживают цветы и друг на друга смотрят, и возникает желание еще лучше благоустроить свою территорию. Ухоженные подворья, аккуратные чистые улицы можно увидеть в любом сельском совете. Да и в целом населенные пункты Ельского района сегодня обретают второе дыхание. В их числе агрогородок Добрынь. Небольшой, но в то же время такой просторный и уютный, самобытный и современный одновременно. Созданная инфраструктура привлекает молодежь, и многие остаются здесь жить и работать. Благодаря государственной программе развития и возрождения села в 2006 году населенный пункт Добрынь приобрел статус агрогородка. И вот с тех самых пор благоустройство, наведение порядка, то есть здесь и газификация, и строительство новых объектов, и само наведение порядка, то есть мы и удаление старых аварийных деревьев, и удаление кустарников, зарослей. То есть на сегодняшний день наш населенный пункт – это уютный агрогородок с развитой инфраструктурой. Свой новый облик агрогородок Добрынь приобрел весной этого года, когда проводились масштабные работы по благоустройству территории и реконструкции многих объектов. К примеру, всего за месяц обновили местный магазин. В старом помещении провели ремонт, поставили новые окна и витрины, установили современное морозильное оборудование. На данный момент покупательский спрос возрос почти вдвое. Ежемесячный товарооборот составил 450 миллионов рублей. Сделали все на самообслуживание, и для покупателя это более удобно и стало более все доступно. Человек может сам подойти, посмотреть любой товар. Если раньше было оно закрыто, теперь все полностью, весь магазин на самообслуживание.
Сегодня программы по возрождению сельской местности реализуются во всей области. За последние годы многое сделано для создания социальной инфраструктуры, для реализации возможностей нормального заработка в деревнях и агрогородках. Здесь есть условия не только для того, чтобы достойно жить и трудиться, но и с пользой проводить свободное время. Действуют различные творческие объединения, работают магазины и кафе. Однако останавливаться на достигнутом местные власти не собираются. Впереди еще немало работы для того, чтобы сделать жизнь в сельской местности еще более привлекательной и уютной. Жизнь на селе интересная и насыщенная. Это смогли в очередной раз доказать участники областного этапа семейного сельскохозяйственного проекта «Властелин села». Этот конкурс проходит с 2007 года. Выявлять сильнейшего в области в этот раз решили в агрогородке Тихиничи Рогачевского района. В прошлом году семья из этого региона заняла почетное третье место на заключительном республиканском этапе. В связи с этим организаторы решили провести областные баталии именно на Рогачевщине. Мы ищем молодые семьи, которые не только в хозяйстве хороши, но еще и в творчестве. Да. Ежегодно мы проводим районные этапы, по итогам которых отбирается лучшая семья в каждом районе Гомельской области. Затем следует областной этап. По словам жюри областного этапа проекта «Властелин села», основные требования к участникам соревнований – талант, креативность, способность вместе решать любые проблемы. При этом все соглашаются – такие конкурсы действительно делают семью более сплоченной. У нас семья очень активная. Мы на протяжении, сколько вот женаты, 10 лет, все время везде участвуем. Я набираю много опыта здесь. Я знакомых очень много встречаю. Я знакомлюсь с другими семьями. Ну и как бы общение для меня тоже это очень важно. Властелина села определяли по итогам 5 испытаний. Первое из предлагаемых заданий – визитная карточка семьи и видеоролик «Наше подборье» подтвердили в очередной раз универсальность конкурсантов. Они не только трудолюбивые, но и невероятно талантливые люди. Спортивный азарт с сельским колоритом. Конкурсы «Запряжка и распряжка коня» и «Дровосеки» безусловно стали самыми зрелищными. Однако врасплох никого из участников конкурсное задание не застало, потому что с таким трудом сельские жители встречаются в своей повседневной жизни. Передать азарт, с которым боролись участники, невозможно. Они будто находились на настоящей спортивной арене. Эмоции не утихали ни на секунду. Уступать в таком поединке никто не хотел. И все же некоторые семьи с заданием справились лучше остальных. Вообще сложности не представляла. Это обыкновенно, повседневный труд, заготовка дров. Все это присутствует в нашей повседневной жизни. Единственное, что тяжелее от того, что все это делается на время и на скорость. Дома мы не спеша это делаем, а здесь нужно быстрее, чтобы показать, что мы можем это сделать быстро. Последнее испытание выявляло сильнейшего в кулинарном деле. Мясные и молочные деликатесы, пироги с фруктами и овощами и, конечно, разнообразные блюда из картофеля. Все это сельские мастерицы приготовили с душой, проявив свои незаурядные таланты. Вкус и аромат деревенской пищи не оставил равнодушными членов жюри. И, как признались организаторы конкурса, определить итогового победителя стало еще сложнее. Но выбор необходимо было делать. Первое место разделили две семьи – Куликовых из Щечерского района и Юшковских из Рогачевского. Честь представлять регион на республиканском этапе выпало последним. Конечно, это очень приятно. Семьи были замечательные, дружные, красивые. Программа была у всех сложена. Нас просто несло. Без внимания организаторов не остался никто из участников. Каждая семья получила дипломы и ценные подарки. А главное, все приятно провели время и доказали. Несмотря на то, что победитель один, здесь каждого, без преувеличения можно смело назвать властелином села. Масштабно и весело отмечать подобные сельские праздники, к сожалению, могут далеко не во всех деревнях. На карте Гомельщины хватает так называемых сел-призраков, в которых уже давно никто не живет. Одни из них образовались сразу после Чернобыльской катастрофы. Другие с течением времени попросту пережили своих хозяев. Для того, чтобы сберечь и сохранить культурное наследие подобных угасших деревень, в Ельской районной библиотеке уже более 5 лет действует экспозиция «Ельский фартушок». Авария на Чернобыльской атомной электростанции унесла будущее вот таких 8 деревень, как Потопы, Кузьмичи, Шия, Осовы, Глазки. Вот. Они потеряли это будущее. Теперь на этом месте только деревья и кусты. И лишь кое-что напоминает о прошлой жизни.
И чтобы вот сохранить память о этих деревнях, к сожалению, эта память исчезает со временем. Память о тех мастерах, которые создавали вот эту всю красоту, о мастерицах, умелицах, красавицах. Мы, работники Ельской районной библиотеки, решили собрать вот эту уникальную коллекцию, которая до сих пор пополняется. Рушник хранит память о нашем далеком прошлом. Это универсальная ритуальная вещь, которая сопровождала людей от рождения и до конца жизненного пути. Традиционно узор на праздничном рушнике рассказывал историю семьи, был призван оберегать своих хозяев от злого умысла. Тканое полотнище связывало воедино несколько поколений. Именно поэтому ему придавали сакральное значение. Сегодня в коллекции ельских рушников можно встретить самые удивительные по своему происхождению и заложенному в них глубокому смыслу самотканные предметы народной культуры и творчества. К слову, благодаря неравнодушным жителям района их число постоянно увеличивается. Люди узнали о нашей такой прекрасной идее, и они до сих пор несут свои вышивки. У кого-то осталось от бабушки, у кого-то от мамы. И вот они несут, чтобы не пропала память о этих людях. Дело в том, что деревни с каждым годом исчезают. Если не по причине катастрофы какой-то, как Чернобыльская АЭС, то просто потому, что вымирают люди в этой деревне. Поэтому мы берем все работы, которые нам приносят. Действительно, деревни, как и люди, рождаются, живут и умирают. И кажется, этот процесс необратим в современный век глобальной урбанизации. Молодежь уезжает в город, и деревушки, в которых доживают свой век, всего несколько пенсионеров, никого уже не удивляют. Именно поэтому ельские сельчане всеми силами стремятся сохранить такой для них сокровенный и вечно живой уголок далекой истории и древних традиций своих земляков. Мне очень приятно. Приятно, что собраны вот такая коллекция уникальная. Прихожу сюда с детьми, с внуками, рассматриваю старые фотографии, рассматриваю вещи. Вспоминаю, многих знала жителей деревни. В этих узорах осталось тепло рук людей, которые жили и еще проживают, может быть, разбросаны по всех уголках нашей страны. Но, тем не менее, вещи напоминают о них, вот эти уникальные. Это уникальная коллекция. И хочется приходить сюда еще и еще, тем более, что она пополняется, собирается. Ежегодно 14 октября, в День матери, самые душевные и теплые слова поздравления женщины-гомельщины принимают во всех уголках нашего региона. На торжественный концерт в Ельский городской дом культуры пригласили около 300 представительниц прекрасной половины человечества. Это женщины, которые трудятся в самых разных сферах деятельности. Сегодня в Ельском районе проживает 19 женщин, удостоенных ордена матери. 234 семьи имеют статус многодетных. В районе им оказывается значительная поддержка и внимание. Создается все для молодых семей, потому что им предоставляется и кредитное, льготное кредитное жилье. То есть они могут построить себе жилье. И внимание от всех организаций, где работают наши мамочки. Тут же и посещение садиков. То есть нет проблем отправить ребенка в сад, отправить ребенка в школу. То, что такие мероприятия проходят, это, конечно, очень замечательно. Спасибо нашему руководству нашего района, что находят средства, находят время для таких праздников. Мы, женщины наши, просто в восторге, и я в том числе. А материнство, вы знаете, нет ничего, наверное, главнее в этой жизни. Материнство. И не каждой дано, к сожалению, в наше время быть матерью, нести это гордо, это звание матери. Поэтому и любви материнской больше и дороже нет, по-моему. Любовь матери – великая сила. Эти женщины – образец мудрости, любви и прощения. А потому праздник День матери – еще одна возможность сказать им самое искреннее спасибо. Очень здорово. Просыпаешься утром и понимаешь, что есть для кого жить, есть что делать, творить. Это очень большое счастье. Мое мнение, чем больше детей, тем лучше и для семьи, и для общества, конечно же. Главное только достойно их воспитать. День матери для женщин Ельского района по традиции проходил в особой душевной теплой атмосфере. Местные артисты подготовили яркие красочные концертные номера. Не остались в стороне от поздравлений и самые юные участники праздника. Маслое солнце маму превратилось. Миленькая мамочка, ты мне улыбнись. Своим сердцем ласков ты ко мне прижмись. Самым трогательным и запоминающимся номером программы стало выступление Олеси и Ирины Мажейко, матери и дочери. Их семейный тандем тронул зрителей до глубины души.